потому что уже страна была разболтана. Сегодня вот все те программы, которые были с моими ВИЧ-инфицированными детьми, ну, например, такая программа, ну, обучает, адвокация. Думаю, ну, адвокация, значит, учат человека, как защитить свои права. Адвокация была для ВИЧ-инфицированных. Приезжает какой-то инструктор, видимо, он там где-нибудь в Нью-Йорке или на Брайтон-Бич бродобреем работал, а тут вдруг переквалифицировался в эксперт. Этот эксперт говорит, зачем ВИЧ-инфицированному преподавать такой предмет, как поведение в толпе. Вот мы с вами разговариваем, вы мне говорите, вы неправильно говорите. Я говорю, вы враг, вы мне еще что-то, вы враг. Вот, вот понимаете, это вот поведение, как ну, срывать там дискуссию и так далее. Зачем это ВИЧ-инфицированному? Это вот та благородная якобы миссия, которая создавала в обществе людей, ну, во-первых, они недовольны, понятно, что люди больные, люди наперепуганы, их все дискриминируют. Они находятся в состоянии стигматизации, плюс еще этому их учат, понимаете? Это тоже элементы вот той гибридной войны, о которой мы с вами говорим. Поэтому это очень сложные процессы, их надо просто понимать и улавливать. Паниковать не надо, и не такое мы проходили. Все будет хорошо.